Здравствуйте! Вы смотрите канал «Эхокардиография доктора Смирнова». На этом видео мы посмотрим с вами возможности эхокардиографической диагностики такого, довольно распространенного порока сердца, как тетрадофало. Анатомия этого порока хорошо описана в литературе, и здесь мы остановимся только на ключевых моментах, которые необходимы для ультразвуковой диагностики этого порока. Представлено наблюдение у ребенка 4 месяцев жизни. Давайте начнем. Посмотрим на замороженное изображение в парастернальной позиции. Мы видим обширный дефект межжелудочковой перегородки. Мы видим, что аорта как бы нависает над межжелудочковой перегородкой и несколько смещена в сторону полости правого желудочка, то есть имеет место декстрапозиция аорты. Также мы видим нормальные левые отделы и нормальный размер правого желудочка. Также одной из составляющих частей тетрадофало является гипертрофия правого желудочка. И вот на этом срезе мы видим, что несмотря на то, что возраст относительно небольшой, 4 месяца у ребенка, уже имеет место гипертрофия передней стенки правого желудочка. Посмотрим теперь на этот срез в режиме реального времени. Используем цветовое доплеровское картирование, и хорошо видно движение крови через обширный дефект межжелудочковой перегородки. Представлена позиция по короткой оси на уровне аорты. Также хорошо виден обширный дефект межжелудочковой перегородки на этом срезе. Мы видим, что легочная артерия имеет постстенотическое расширение. Вот сейчас производится измерение ее размеров. Мы также видим стеноз клапана легочной артерии. Вероятно, это мембрана с отверстием в центре. Цветовое доплеровское картирование нам показывает наличие турбулентного скоростного кровотока в стволе легочной артерии и выносящем тракте правого желудочка. Использование непрерывно-волновой доплерографии показывает нам наличие высокого градиента в стволе легочной артерии до 90 мм ртутного столба, что подтверждает наличие довольно выраженного тяжелого стеноза легочной артерии. Сейчас производится регистрация кровотока в дуге и в нисходящем отделе аорты. Мы видим, что кровоток имеет ламинарный характер. В режиме спектрального доплера тоже имеет место нормальный спектр кровотока. Далее представлена субкостальная позиция, в которой весьма неплохо видно наличие функционирующего овального окна. Вот сейчас в режиме цветового доплеровского картирования мы видим совершенно небольшой спектр кровотока на уровне открытого овального окна. Гемодинамического значения в данном случае это не имеет. Как мы видим, тетрадофало довольно несложно диагностировать в постнатальном периоде, и трансторакальная эхокардиография эффективно решает эти задачи. Если это видео вас заинтересовало, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, пишите ваши отзывы, ваши вопросы в комментариях. До новых встреч!